Нам очень повезло, что Гелена не бросила Дрейка и спасла его, иначе бы все могло закончиться весьма плачевно. А мы с вами продолжаем играть в Uncharted 4. И теперь нам нужно с помощью Виктора Салёна, Елены и Нейтана Дрейка спасти Сэма Дрейка, который смотри, попал в руки неприятеля. Я одолжила его у наемников. Джип? Скатилась с самого верха? Да, так было быстрее. Нам осталось придумать, как забраться обратно. Ну, что тут думать-то? Я думаю, тебя здесь подсажу и... Да. Тут лестница, подходи. И мы с тобой каким-нибудь образом доберемся до этой чудо-тачки. Давай свои кругленькие булочки. Отличненько. Забралась. Спасибо, дорогая. И давно ты? На острове? Пару часов. Видела кого-то? Да. Вот. Впечатляет, да? Да я ее толком не разглядела. Занята была, искала тебя. Ну да. Не-де, сказал Дрейк и побежал дальше. Она ждет меня, хочет нам что-то сказать. Значит, Салли тебя посвятил в подробности этой истории? Ага. Генри Эвери. 400 миллионов, 12 основателей, сотни колонистов. Ты об этом? Да, вполне исчерпывающе. Было время, пока летела сюда. Ого. Это что, лифт? Похоже на то. Честное слово, Эвери нанял лучших инженеров той эпохи. Видимо, как он переправлял грузы вверх по реке. Да, скорее всего. Она придет сейчас немножко попрыгать, побегать, полазать. Вот а вот и джип. Только надо забраться. Ну да. Куда? Сущий пустячок. Стены я даже не знаю. Она просто сиганула смело в воду. Я вижу эту скалу и вижу, что с ней можно взаимодействовать, но не очень понимаю, как я могу с ней взаимодействовать. Может, ты подскажешь что-нибудь? Здесь явно ничего нет. Под водопадом я тоже, наверное. Что-то быть. Да-да, что-то должно быть, и оно наверняка что-то есть. А может быть, я зря думаю, что освежает. Под водопадом ничего нет. Ну, блин, похоже, что все-таки нет. Но по каким-то скалам можно залезть. Не знаю только по каким. Ну, допустим. А, вот она, лестница, ё-ма. Могу тебя подсадить. Отлично. Все оказалось проще, чем было, чем могло предполагаться. Ой-ой. Может, есть другой путь наверх? Эй, я вижу тропу. И что? Ты мне предлагаешь? Я вот ничего здесь больше не вижу. Мне бы как-то вот туда вот бы махнуть. Там можно пройти. Ага. Там это где? Я тут кое-что нашла. Подожди-ка. Да, может, и там я. Поберите. А опять этот ящик. Спасибо. Так. Понятно. Будем подтягивать сейчас. Ну давай, тяни, чё ты.
Так. Можно еще, наверное, по... Нет. Вот. Другое дело. Что нам это дает? Кажется, ничего. Допустим. Допустим. Так. Здесь забрались. Мика, ты скачешь. Неплохо, да? Молодец. Взял и разобрел девушку. Дима. Давай, я буду ждать там. Мы так не договаривались. Все зашибись просто. Все под контролем. Постарайся как-нибудь забраться. Да, как-нибудь. Так точно. Подожди. Не надо торопиться здесь. Что ж ты все скачешь-то? Здесь вот пролезь и все. Но другое дело. Можешь оттуда выбраться. Кажется, это тупик. Ну, может, лифт еще работает? Вряд ли. Ему 300 лет. Он сгнил весь, наверное. Он, скорее всего, даже не... Надо же, работает. Офигеть. Серьезно. Поднимаешься? Ну, давай попробуем. А вы ей. Как бы так туда пролезть-то? Здесь вроде не пролезешь. Да, тогда, в общем, увидимся наверху. Есть нам залезник? Ну никак. А, вот, вижу, все. Все. Так, сюда залезли и. Так, допустим. Слушайте, ну это, конечно, обходные пути еще те. Вот здесь будет опасно. Но в целом нам удалось. А подождите. Да, быстрее. Лена, ты прям... Здорово ты его. Ай, ерунда. Ты прям это... Девушка Бонда, не меньше. Не, четко. Четко раскидала их. Проще найти сверху. Да, хорошая мысль. Ну давайте побегаем еще, поищем машинку теперь. Так, здесь есть выступы. Если есть выступы, значит, нужно попробовать туда залезть. С ней калории сбросим, да? Так. Конечно, поисковый отряд. Нашли твою машину. Долго говоря, это их машина. Так, давай ее снова заберем. Думаешь, она с Дрейком? Нет, она прям сама по себе здесь воюет. Будет вечеринка. Вопрос, мы сможем здесь пройти? Вот это облак, конечно. Да. Ты чё, мужик? Давай.
Тихо-тихо. Не понял. Ух ты. О, нет, 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 нет. Конечно, не денусь. Где он? Обыщи все! Вот зря ты! Ну вот и все. Вроде всех раскидали. Но музыка продолжает играть. Бум! А куда едем-то? Так, ну вроде правильно. Выдвигаемся. Посмотри на этот вид. Здоровущий. Видимо, новый даван наверху. Давай поднимемся. У меня вопрос. Зачем Рейфу Адберу сокровища Эвери? Деньги-то ему явно не нужны. Ему нужна слава. Он не хочет, чтобы его считали просто богатым наследником. Он точно не отступится. Рейф и Шорлайн созданы друг для друга. Ему нужны солдаты и его деньги. Разве? По-моему, они и так небесные. Шорлайн ввязалась в пару гражданских войн с неудачным исходом. Отец Надин чуть не разорил компанию. Она, видимо, надеется, что теперь о них снова заговорят. А вот она что. У всех какие-то амбиции нереализованные. Плохо. Ой, черт. Двигайся вверх по течению. Ты бы могла написать об этом шикарную статью. Могла бы. Вряд ли бы кто поверил. Ну, можно фотки делать. У меня с собой нет фотика. А чё это нету фотика? Ты же фотограф. Ты же репортер. Как думаешь, почему Сэм не пришел сразу к тебе? После того, как Рейф его освободил. Я думаю, он хотел сначала выяснить все, что Рейфу известно про Эвери. Плюс ему нужно было время, чтобы выдумать ту байку про Алькасара. Если б я только навел справки. Еще одно безумное приспособление. Сюда даже машина поместится. Надеюсь, это кто-то работает. Подождите, оно наверху или внизу? У меня машина уже отсюда не выйдет. Уже, в принципе. Дрейк, что ты делаешь? Боже ж ты мой. Конечно нет. Было бы слишком просто. Колесо еще крутится. Либо мы починим эту штуку, либо придется карабкаться. Пойдем глянем. Я думаю, придется покарабкаться, чтобы починить эту штуку. Как-то так. Блин, а у меня джип-то тут выйдет сейчас. Выехал, славненько. Я думал, не справится. Так, а мне лебедку, наверное, отсюда помочь с лебедкой. Джип-то этот. Будем надеяться, что да. Да, с лебедкой. И что нам это даст? Сейчас узнаем. Поехали!
Любопытно. Это тормозит, но ненадолго. Шестерни не соединены с колесом. Получится починить? Это мы сейчас. Ну их-то надо как-то пристыковать. Как я ее пристыкую? Непонятненько, ну ладно, сейчас полазим здесь, может найду что-нибудь. А вот еще какие-то. Это тоже можно обрушить. Куда что полез-то, подожди. Подожди, Дрейк, куда полез-то? Если я сюда ее потащу. Может прицепить ребенка в балкон? Попробуем. Вот так. Отойди, я сделаю. Давай. Здорово. Елена разрушительница. Спасибо. Так. Так. Все выше и выше, да и надо пока... Выше. Пока ничего. Да. Был бы тут еще один. Был бы супер. Я просто не знаю, нам нужно внутрь заскакивать. Наверное, да. Да. Стой, подожди, у меня есть идея. Конечно, иди, ты сейчас тормознешь. Будешь газовать. Тормознешь колесо. Все, готово. Умничка. А я буду здесь карабкаться. Теперь сейчас уже. Я отсоединю лебедку. Хорошо. И механизм был снова приведен в действие. А я буду толкать. И механизм снова активирован. Заработал! А куда я побегу-то? Отсюда я до туда не допрыгну. Если я разобьюсь, мне кажется. Хотя выступ сделан явно для того, чтобы я пробежал. Ладно, попробуем. Он все-таки зацепился. Красотка, ты что здесь делаешь? Тебя спасти? Что теперь? Может, мне надо... Нормально. Ну да. Берегись! Прячься! Прячься за машину! Давай, будем обойти! Медленно, верно, поднимаемся наверх. Гады какие, они все меткие. Долго мы будем забираться.
Патрон-то нет. Йо. Это вообще неожиданно на самом деле. Да отстань от меня. Чё ты докопался? Снайперы, гранатометы, и чё? Он опять остановился. Я что-нибудь придумаю. Какого чёрта? Уверен, напрягает меня. Они же ее там расстреляют. Они же ее там расстреляют. Быстрее. Давай, давай, Нейт, давай, шевелись. Охренеть. Ты живой? Не расстреляли. Ну, садись. Фу, блин. Ты, конечно, жжешь. Нет, мне ты этот поведешь. Не нравится. Да ну! Ты же сама неплохо водишь. После всего, что было, мне надо передохнуть. Ну что, заслуженно. Я тут подумала, чтобы все это построить, нужно было потратить кучу денег. А вдруг от сокровищ ничего и не осталось? Нас тоже мучил этот вопрос. И ответ? Ответа нет. Лифт. Да, придется портировать реку. Тут есть спасательные жилеты? Да, главное не утонуть мне. Главное, чтобы на глубину не выйти. Все, дальше не идет. Да уж. Че, больше никуда? Вот так. Все под контролем. Нормально, нормально. Мы уже близко. Прошли. У тебя случайно нет во что переодеться? Есть. Супер. На самолете. Не супер. Дамба, мы можем проехать через шлюз. Ну что, проехать через шлюз, нам придется немножко еще покарабкаться. А что ты, не хочешь на машину залезать? Блин, странный какой-то. Дрейк, ты чё? Да уж. Чё мешает здесь запрыгнуть? Да. Странно. Допустим. Чё, мне предлагаете обходить здесь? Я сюда чё-то идти совсем не хочу. Ой, боже мой, так, и здесь у нас есть веревка. Я беда. Опа. Конечно, здесь гораздо проще запрыгнуть, чем там, с капота. Ну, поехали. В ту сторону, что ли?
А чё ты? Не выйдет, завалено. Ясно, попробую. Потрачено, другой. Блин. Так. А за второй дверью? Здесь вроде ничего. Отлично. Ты что, уже отъехать успела? Порядок. Надо объехать. Блин, объехать? Ты уверен? А здесь мы перелететь не сможем? Поехали. Не сможем. Черт, почти ведь получилось. Да, сейчас бы угробили нас обоих. Надо разгон побольше взять, да? Может, вон там можно проехать? Точняк. Ну что? Держись! О! Получилось! Ты как будто удивлена! Ну, чуть-чуть. Да, надо было взять побольше разгон. Блин. Прикольно, даже грязь на шинах так эффектно выглядит. Мы наверху. Тут надо лодку было брать вместе с джипом. Не знаю, есть ли смысл дальше ехать? Наверное, какой-нибудь хранитель лифта. Да, а то вдруг нагрянут какие-нибудь пираты с инспекцией. Ну да. Пираты с инспекцией. Ой. Так, сокровище. Записка. Они знали, что надвигается беда. Ничего себе. То есть мы здесь не пройдем, в принципе. Едем дальше. Шанс, что лифт работает. А, пока что два лифта из двух. Значит, удача скоро от нас отвернется. Водяное колесо исправно. Неплохо. Давай, ты за руль. Я посмотрю, что здесь. Эй, не поможешь мне? Не толкай. Не фиксируется. Давай, Дрейк, ты сильный, ты сможешь. Давай, Дрейк. Тяжело. Ладно, попробуй. Прям сразу удалось. Три из трех.
Они плохие инженеры у пиратов. Ух ты. Мы вышли из бухты. Да, круто. Ага, Либерталь. Прекрасные виды и головокружительные перестрелки. Так почему ты передумала? Ты сказала, что могла не вернуться. Ну, ты по уши увяз, не могла же я тебя бросить. Я же все-таки клятву тебе давала. В горе и в радости. Да. В горе и в радости. Че ты задумался-то? Повезло тебе с женщиной. Ну-ка. Да ладно, да серьезно, что? Если ты хочешь защитить меня, у тебя нет права не брать. Что бы там ни было, надо честно все обсуждать и решать вместе. Команда. Я понимаю. Ну, правда, просто. Я. Знаешь, давай лучше потом. Не будем отвлекаться. А продолжим в следующей части. С вами был Джейсон, Control Man Games. Не забываем ставить пальцы вверх. Всем удачи и пока.